4, 3, 2, 1. Дал знамя. Лена, когда выскакивает эта другая дура, ее можно успеть задотать. Не, в курсе. Окей. Понял, что я плохо обилки помню на такой фазе. Тут обилки нет. Тут главное щит какой-то главный, да, не перехиливать. Да-да-да, там, когда на танке чудище бьет его, не надо. Берегитесь. Что за солнце, это АУЕ просто? Сейчас комментатор с голосом Юрчика рассмеялся такой. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы думаете, что Юра так попросился о замену? Это там матч. Откомментировать. Да. Так, подающий на комп. Дюфу стоп хил. Нагана слышал? Стоп хил, да? Берегитесь. Нагана даже видит, да, так и не слышал. Это все станут, сука, частицы меня подставляло. Неконтролируемая частица. Да не, на самом деле, если разномерно хиты будут хилить, но там чисто так нормально. Да что за хуйня? Это был сон, ты поймал катающую пушку. Видишь, такая зеленая хрень пролетает? Вот ее поить. Уже есть монетку, да. Будешь кидать, надо будет? Да. У меня радар нет, так что берегитесь. Да, я вижу, что это. Не, он меня багнул, и я его выключу. Хотя радар меня еще ни разу не багнул. Ну нет, Лена, Соня ты. Нам за следующую фазу нужно как можно сильнее опустить солнечную по хп. Да? У меня и баннер будет на той фазе. Угу. Дюфа, а тебе невозможно сейчас перехилить, потому что ты дамага вообще не ловишь. Только там не два стака поймал, и все, больше никто. Ты как-то научился, видимо, так делать, что лака сильно подбегает. Все, теперь меня не хилит. Это я босс танчит тогда. А, это Жейдис, наверное, был. Да, это Жейдис так закидывался, понятно. Да, ну, Жейдис там тоже не особо бил. Блин, вообще, по-моему, не бил. Короче, как коряво это, залупа проклят. Так, баннер готов, что делаем? Все, давай. Бота и дамажим ее. Но у нас гера нет просто. Так, сколько мы с тобой жизни держали стаков? Два? Два. Так, не забывай его подводить, как я метил. Держим спред, не забывай, да. Да, я вот смотрю, там спред есть между Талми и Наган. Так, я забрал. Давай, до свидания. Ну вообще охренеть. Так, в другие комете никто не подходит, кроме танка. Да, от кометы все, кроме танков, держатся подальше. Кроме текущего танка, причем. Да. Кстати, текущий танк, если ему больно, может зайти тоже под комету, он получит минус... Комет. Огненный замах. Так, у тебя спал добавлю? Так, представь, пока гим. Пока сейчас свободно. Демагог съест весь гим. Так, забрал. Жень, сможешь зайти под комету, чтобы. Ну хотя уже не важно. А зачем? Ну просто дамаг тебе отходил большой, я думаю, что там больно тебе. Извини.
чай там. Бля, ну что за пиздец? Вообще ничего не прокает. Почему тут перфотка не хочет прижиматься? У меня почему-то поток не хочет критовать. Ну повезло тебе. Комета. Так, подержи меня, потому что на меня 3 еще 10 секунд. Подержи, пожми сейчас что. Все забрал. Ёбаный в рот. Добиваем ее, так же когда вылезет это. Если та вылезет, сразу хватаем. Забирай, если у тебя спали. Сейчас выходит, вот вышло. Вон, хватает. А нет, показалось. Вот вышло. А нет, не показалось. Это баннер готов, когда? А чего у него хп? Давай сейчас добиваем единую. Поставил. Ой, баннер. Какой там мы добиваем? Солнечную, да? Поставил череп. Красавчик. Она же не стакает, да, уже на тебе там? Берегитесь. Просто прилив от костов от... Бережемся. Не увернуться. Ну. Чисто рандом. Не ловим по два тогда. Хоть что-нибудь не ловите, да? Ну тут, в отличие от ша, можно стоять на месте, она два подряд в одно место не кидает. Так, если я максимально близко держу кругу, там можно два артолик, чтобы мог привить. А тварь, конечно. Ладно, представь танкер, пожалуйста. Еще у меня крик еще есть. Залейте, пожалуйста, по индеру мне и нагана. Если есть возможность. Да, наган не достает долг себе. Нагана давай на. Хилим танк. Играем быстрее, это макс зашли стал. Вообще ничего не пропит. Что за пиздец? Джейди захил. Все, я танчу. Она вроде чудище, да, опять начинает кидать. Да, я знаю, хорошо. Да, да, вообще ничего не нужно. Меня заспел, сейчас готов. Нет, повезло. Нога начитит, сквозь него пролетел, а он не знал. Ну как будто резистится, я хрен его знает, но его далеко не всегда в сон бросает. Так, все забирай. А, забрал. Это нога на стопки упадет. Вот, как вы летали на первый столб сверху на птичке, на птичке. Кто туда летит? Я, милишник. Втроем. Баннер поставил, добейте. Да, на стене можно летать без хила.